И всем привет! Вы на канале Ведровед Гейминг. Меня зовут Александр. Сегодня мы продолжаем играть в Crossout. Наконец-таки, уже куча времени прошло. Кто-то уже подумал, что я забил на игру, но нет, я играл уже 76-й левел. Это, наверное, немного. Ну, что есть, то есть. Игра крутая, всем рекомендую, качайте, попробуйте, кто еще не пробовал, потому что реально свежий взгляд на экшен-машинки. То есть, если вы любите танчики, либо какие-нибудь роботов, вам должно зайти, потому что, ну, драйв просто зашкаливает. Есть, конечно, нюансы. Мне здесь не нравится управление. Физика тоже дурацкая, кнопки нельзя перенастроить. Все жутко неудобно, но может привыкнуть. Но только к единственной вещи нельзя привыкнуть. Ее нельзя выключить. Это двойной таб, который центрует посередине прицел. Это ужасно бесящая вещь. Меня просто трясет каждый раз, когда я промахиваюсь по кнопке выстрела, еще раз нажимая. Еще, помимо того, что я не стреляю, мне еще прицел сдвигается. Это просто взрыв мозга. Что еще из нового получилось у меня? Я создал клан, так что кто хочет, заходите. А только одно условие, пожалуйста, играйте, потому что, ну, это кошмарики. В меха-арене добавляются в друзья, ты заходишь в список друзей по смотрите, кто играет. И там, был 12 дней назад, был 24 дня назад. Ну, камон, что это такое? Зашел в игру, чтобы в друзья добавиться и больше не играет. Зачем? Такие люди не нужны. Поэтому, кто хочет кататься под одним кланом, под одним тегом, добавляйтесь, всех приму, пока слоты есть. Но с лакеров буду кикать просто нещадно дам. А еще меня бесит крафт. Я понимаю, это странно звучит в игре про крафт, бесит крафт, но вот что сделаешь? Вот какую бы ты крутую тачку не сделал, эргономичную, защищенную, продуманную, будет какой-нибудь чолик с 10 колесами, обвешанный рамами, посередине кабина и 10 пулеметов самых первых стоит, и он будет эффективнее тебя, потому что он знает, что кабина это ХП, рама это ХП, а колеса это дополнительная защита и подвижность. И все, блин, не дать не взять, да, поэтому встречаются уродцы, и это немного бесит. Кстати, по поводу крафтов, вы можете свои предлагать. Для этого ищите закрепленный коммент, пишите туда название своего крафта, и обязательно в следующем видосе мы их все посмотрим. Если будет хватать деталей, то, конечно же, посмотрим в бою, если нет, то на тест-драйве поугараем против ботов. Такие вот дилы. Сегодня будем смотреть машинку, которую я приобрел за Battle Pass, вот так вот она выглядит. Все ее увидели, это гоночный какой-то болид с двумя пушками, которые замечательно меняются на какие-нибудь дробовики, либо пулеметы в зависимости от квестов. А что говорят, то ставлю и езжу, веселюсь. А вот такая тачка, можно ее, конечно, перекрасить, можно не красить, пофигу. Давайте посмотрим, какие задачки у нас есть, попытаемся что-нибудь сделать и немножечко покататься. Итак, помочь в убийстве 3 раза замечательно, победить в бою ПВЕ, ПВП отлично, нанести урон, проехать 4000 метров, уничтожить 20 противников, уничтожить 3 противника, захватывающих базу против игроков, кошмарить полное, сделать тройное убийство из пулеметов в режиме против игроков. Вот тройные убийства у меня беда, то есть я максимум даблкил делал с тройными. Все сложно, да. Ну, можно попытаться, да. Но у нас тут есть еще какие-нибудь оружки. Квест победить в бою в режиме против игроков 5 раз, используя пушки или автопушки ПВП, ПВЕ. Это проще, чем пулеметы сделать. Так что это я, наверное, посмотрю за рекламу, а это сделаю прямо сейчас, попытаюсь, дам. Ну, естественно, давайте попробуем вначале разминочку в ПВЕ. Только я хочу машинку немного пересобрать, потому что вот это вот меня бесит. Штука, надо ее немного выше поднять. Поставить на крышу, чтобы ее не отстреливали раньше времени. Вот как-то так, будет, наверное, веселее, да, стрелять. Окей, и погнали в ПВЕ, наверное, второй режим возьмем, потому что у меня открыты 3. Третий, наверное, сложный будет, так что давайте второй. Итак, мы уже рвемся в бой, у нас пацан с 3-пятнист какой. Ну, против ботов, конечно, не особо интересно играть. Надо было сложных поставить. Но ничего, нам надо 5 раз выиграть, так что мы еще разок, наверное, против сложных проедем. Посмотрим, сможем ли мы это сделать. Машинка сама по себе довольно-таки прочная. Дамаги, конечно, не хватает, потому что автопушечки стоят. Но ботов крошит, также хорошо отстреливает оружие. То есть автопушки, я помню, я в предыдущем, точнее на ПК-версии играл с автопушками в перемешку с пулеметами. Было весело, да. Теперь я хочу сделать крафт чисто на здоровом калибре, потому что мне его не было. Но меня, знаете, какое разочарование в самом начале сразу же настигло. Синяя кабина дает 9 энергии. Все пушки только по 5. То есть 2 пушки сразу не поставить. Приходит ставить что-то другое и уже не канон, короче. Получается, я хочу 2 здоровые пушки поставить и быть вообще злым танчиком. Получайте. Ну, короче, боты рассыпаются даже не моими руками, так сказать. Давай. Ну, хоть слежение за целью есть, я не так ракую, как в каком-нибудь экшене. Уже хорошо. Ой, пацаны злые едут. Они вообще сильно-то отличаются от ботов, так сказать, первого тира, который металлом приносит. Не знаю. Походу, то же самое. Ну, хотя, вроде бы, у нас, смотрите, парень один уже сдох. Как так? Против таких ботов. Да, также у машины есть инвиз. Это клево. Вот, смотрите, ботяра меня не видит. Он знает, что я здесь, но не стреляет, потому что он культурный парень. Бот хочет нас распилить. Ну, то есть ты зажал все, смотришь на... Зажал выстрел, смотришь на противника и просто его кружишь. Ну да, кстати, урон у него хороший. У меня аж детальки отлетают.
Ну и тут надо по этим побочкам стрелять. И все будет норм. Отлично. Это получается первый босс был или какой? Ну ладно, в принципе, неважно. Вон пацаны уже едут. Ну-ка, давайте прицельчик. Давай, давай. Помирай. Тык. Не, блин, неинтересно. Надо в ПВП идти и там пытаться выиграть. Сейчас пойдем туда, наверное. Ботов ей дом могу поместить. Еще знаете, что бесит? А если тебя убили, ты вроде бы хорошо сыграл и вроде бы все квесты сделал, но ты вышел до конца катки, походу не засчитывается то, что ты настрелял. Потому что я вчера делал дробовики, двойное убийство, и это просто так меня трясло, я прям орал. То есть я четко вижу, что я сделал двойное убийство. Меня убили, я выхожу, чтобы сделать еще раз, потому что, ну, типа, время уже горит и так далее, надо быстрее все делать. А оно не засчитывается из-за этого. Это так бесит. Ну, пушки, конечно, вообще не дамажные. Хотя, когда против тебя пушки стоят, они прям только так твои пулеметы отстреливают. Даже не это. Не замечаешь. Уже подходим, так сказать, к логическому завершению. Ну, не смотрите, они злые. Они прям со спектрами гоняют, да, или с чем это? У меня уже 97% прочности. Но я так в сторонке стою. На том своем крафте, где у меня пушка посередине стоит, я тоже как-то так стороной держусь, как ПТ-ха какая-то. У меня там еще турелечка стоит ракетная. Все путем получается. О, пацаны сейчас дропаться будут. Дроп дед, давай. Валяхи. По колесам ему стреляй. Да, немного агрессивное слежение за целью. То есть, ой-ой-ой, нифига ты подъехал. Вот игрок бы меня уже замесил. Давайте делаем инвиз. И уходим в закат. Помогаем парню. Это замечательно. Но обычно, когда квесты на ПВЕ, я просто в начальную стадию захожу. Там довольно-таки все просто делается. Ты щелкаешь их как семечки с одного выстрела. Чувак, отцепись. И без проблем. Ну да, надо ресурсы, конечно, копить в других режимах. Но у меня сейчас онлайн заключается в том, что я захожу, делаю быстро-быстро квесты и выхожу, да. Поэтому, наверное, из-за этого 76-й левел. Колеса скачут. Ну, блин, все продумано, классно. Тут и грунты же разные. То есть по песку ты на одних колесах хорошо ездишь, по асфальту по другим, на других, по воде по третьим и так далее. Надо, наверное, по бочкам все-таки стрелять. Сейчас отстрелят мне что-нибудь. Да, и немного ты... О, нифига, его взорвали, замечательно. Немного теряешься в управлении, то что непривычно, да. Так, отлично, мы выиграли. Что нам дали? И вот пошла жара, смотрите. Уничтожить 10 врагов, уничтожить 20 противников. 15 тысяч урона сразу же сделали за один бой, блин, алло. А и все остальное осталось нетронутым. Окей, мне понравилось на третьем месте. Позор, позор, позор. Давайте теперь в ПВЕху покатаемся, точнее в ПВПху. Тут можно рекламку, кстати, посмотреть. Ну, потом я это все сделаю. А, просто в ПВП едем куда-нибудь, ну давайте за изолентой или что это, не знаю, поехали. Опять эта же карта, я уже куда-то, блин, застрял. Основная наша задача победить 4 раза получается, да, один раз мы выиграли. Но если что, я добью потом, да, сильно не будем видос затягивать. А потому что в следующие разы мы будем, наверное, крафты ваши смотреть и время поиграть как раз будет достаточно. А кататься на одних и тех же машинках, ну я думаю, вам это будет не особо интересно. Парень, куда ты едешь? Меня там ракеты поливают сзади, пока я базарю. Получай, получай, получай. Здесь надо, наверное, инвиз уже включать, скоро будет. Он на миниганах или на чем ездит? Хо-хо, все потерял. На одной раме поставил, все потерял. До свидули, парень. Он хочет суициднуться, смотрите. Нормально запинали его. А, так они точку захватывают, надо точку ехать. Давайте скажем пацанам точка. Или я не то сказал, ладно, пофиг. 40% уже хаваем этого парня. Блин, он почти что живой. Давайте инвиз нажму. Не знаю зачем, почему бы нет. Здесь можно закарабкаться. Скорости хватает и веса машины. Опаньки, замечательно. Судя по времени, один захватывает, потому что точка лениво растет. Или здесь на это не влияет ничего. Ну да, скорее всего один, потому что один снизу стоит. Ну, чувак, я врываюсь. Готовься. Блин, он пушечник. Как знал, а? И вот, смотрите, у меня палец с кнопки перетывался. Надо осу сначала зафигачить. Вот чего он не стреляет? Давай, еще этого сейчас захаваем. Отлично, ты че? Ну, блин, их тут много, я хочу инвиз. А, зачем я стрельнул? Ну все, я ракал. Я говорю, я играть вообще не умею. То есть, если от меня что-то зависит, мы проигрываем стопудняк, да. Как-то так.
Ну, конечно, главное не победа, а участие. Все лузеры так говорят. Как мне нравится, что от гироскопа зависит положение камеры в этом меню. Да, забираем, что есть. Это самое главное. То есть мы выполняем задачки, качаем боевой пропуск, получаем плюшки и левелы. Что нам дали? Еще какую-то железяку. Я прям рад, как слон, да. Ладно, погнали, следующий бой. Так, летим сразу в центр карты, пацан. Смотрите, какой опасный едет. Как грейдер какой-то. Да, можно крафты тут прям подглядывать, но по памяти, наверное, сложно будет восстановить. Ой, ёпрес, это я, да. Встал, чтобы меня пострелял кто-нибудь. Отъезжай, отъезжай, мужик. И там тоже кто-то есть. Страшно, пипец. Давайте-ка инвиз включим и отъедем немного на безопасное расстояние. Либо задушим того, кто один. Да ёпрасоте, что это такое там? Мне не дают сегодня ничего делать. Так, ребятки, вам показалось, это точно эта же карта. То есть разницы почти что нет. Ага. Погнали. Вон, пацаны уже едут. Достанем автопушками нашими? А, уже в лицо достали. Или это этот парень с двух рук стрельнул? Ладно, погнали. Там, блин, три этих. Два, точнее. Арбалета, жесть. Пацан, извини меня, пожалуйста. Я ну басран, мне можно тупить. Это вам нельзя, вы тащите. А где все враги? Ну, судя по карте, нету их. Судя по карте, они у нас сейчас будут. Ну, парень с квазаром, или как он называется. Название помню еще, да, плюс-минус. С ПК-версии. Да, на этой тачке лучше, наверное, не танковать. Вот две автопушки, смотрите. Замечательно, смотрите, как его расплющило. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, я сейчас вот так вот сделаю, меня никто не убьет. Да, ракетки тоже. Да, тут еще есть это, ежедневки, когда тебе дают две фиолетовые штуки, это вообще просто огонь. А, они точку захватывают, уроды. Вы че, скоты, а? Ну-ка, дайте-ка я вас порастреляю. Урон по сравнению с чужим просто мизерный. Стрики хитропопы какие, да? Давай, 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 давай. Только не стой, я застрял. Ну, сдохни, пожалуйста. Сколько в тебе здоровья? Надо, конечно, турельку. Ладно, все замечательно. Мы выжили. И двое вот они остались. Фига он куда залез. Кто дымится? В кого стрелять? Сейчас времени не хватит. Давайте в этого. Три пулемета, жесть. Два пулемета, жесть. Ноль пулеметов, жесть, да. Так, один остался, куда-то сваливает. У него точка захвачена, он может выиграть. А, уже не выиграет. Фига там пацан опасный. Я таким же хочу быть. Дай я на твой крафт посмотрю. Окей, я запомнил. Замечательно. То есть кабина, две гусеницы. А вот он как раз-то. Две гусеницы и два палача. Или кто я там. Клевый крафт хочу такой же. Так, давайте посмотрим рекламу. Мне нужно отдохнуть. Окей, халяву получили, давайте соберем задачки, помочь в убийстве сделали, потом отстрелить 10 деталей, все замечательно. Так, победить в бою против игроков, а почему два? А, мы всего лишь два раза и победили, окей. Ладно, не спорю, давайте еще раз на этом крафте прокатимся, только за батарейками поедем, и потом крафтик поменяем на мой текущий, он более уродский, более неиграбельный, но все равно разнообразие хоть какое-то. Итак, мчимся в бой, все крафты быстрые, смотрите, ну, по крайней мере, этот парень, такой же, как я, только пошире. Гугру. Окей. Все обычно здесь стоят, да, как я понимаю? Я еще карты не особо помню. Ну так, плюс-минус. Пацан с копьями едет. Потом пацан без ника. Сейчас меня уже спалят, начнут по мне стрелять. Ну, ему неприятно. По 30 урона, ну копейки, конечно, копейки. Неприятно, ну и ладно. Так, один там стоит. О, они встретились, смотрите. Ну-ка, давай, чувак. Прощайся со своим оружием. Или жизнью, окей. Так, один на горе стоит, вот еще один. Ё, просто ты опасный парень. Ну, крафт красивый, конечно, есть. Попал, молодец, и чё? И все, да? Главный ассист, конечно, как в любой другой игре. Главный ассист. Спектр жестко. Тут глаза разбегаются, в кого стрелять. Давайте так, наверное, сделаем. Ё-моё, там две пухи, надо их выносить быстро. Одна пуха. Давай, 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 умирай. Малыш БФ, давай. И кабина фиолетовая. Вот такую вот хочу. Так, кто-то сзади обходит. Ну, пушку сними ему, еще... Вот, нормально все. И кто остался? Один парень. Ну, походу, выиграли. Нифига, они почти базу захватили, жесть. По жопе стреляй, там этот. Там турелька, по жопе стреляй. И гоблин этот еще стоит. У меня на компе был гоблин. Давай, 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 давай. Замечательно. Окей. С командой повезло. Я бы один, конечно, не справился.
Итак, выпускаем Крякина. Ну, конечно, уродский парень, но какой получился, да. Я не мастер, поэтому вас совета вашего и спрашиваю, да, ваши крафты. Поедем куда-нибудь сюда, за заборчик встанем, постреляем. Пацан, вот этот крутой пацан, да, сразу видно. Кстати, я таких уже видел много раз. С тремя векторами. Парень, парень, парень. А где забор? Я, кажется, карту перепутал. Окей, бывает и такое. Забор вон там вот стоит, да. Просто не там выехал. Пацаны, бывают здесь, вот они, кстати, синенькие уже едут. Сейчас попробуем, попробуем, попробуем. Шпинг никого нет, у нас уже заход есть. Ну да, это я так стреляю. Тут еще упреждение само берется и немного аркадно получается. Но если его выключить, то потом с пулеметов фиг постреляешь. Поэтому я так стреляю, да. Ладно, давайте поближе немного подъедем. Поставим подарочком. Они, наверное, не против. Вот так вот. Подарок красивый. Ну, что ты не попадаешь. Вот так вот, на 1000 урона, отлично. И вот пушечки мне нравятся, да. О, турелька наша попадает. Он ее убил, что ли? Нет? Давай, стреляй, быцк. А че вот ты встал, парень? Расскажи мне. У меня с динамикой плохо, а он стоит мне на пути. Давай, тыцк, 700 урона. Ну, на голову профитнее, чем какие-то автопухи, да? На мой взгляд. Две бы еще было бы круто. Давай, давай, давай. Тыцк, минус. Хе-хе-хе, неваляха ездит. По жопе на двойное убийство. И, кстати, пушки-то тоже в зачет идут. Тройное убийство, алло, блин. Ну, клево, клево, клево. Короче, вот такой вот танчило прикольный. В нас никто не стрелял, броня даже не понадобилась. Так, мне дали звание коллекционер, блин. Замечательно. Че еще есть? Дайте еще что-нибудь, отлично. Так, скоро будет генерал 88 миллиметров. Ну, конечно, до него мне еще как до Китая пешочком. Так, еще мне дали квест уничтожить 3 противника, захватывающих базу. То есть мы его сделали. То, что я думал, мы не сделаем, мы завершили. Отлично, изи-пизи. Хорошенько. Давайте еще разок съездим. Так, ребятки, врываемся во второй бой на этом же крафте. Еще парочку, наверное, проедем, будем закругляться. У меня, как всегда, работа душит уже с 3 вечера, алло. Как-то так, да. Давайте, смотри, что есть. Я уже придумал, как этот крафт прогрейжу. Я поставлю 4-ю ось, немного его удлиню, поставлю фиолетовую кабину, и получается, сделаю 2 пушки. Наверное, будет огненно. Ну и крафт будет такой на паровоз похожий. Еще отвальчик спереди засунуть, будет вообще супер. Так, парней дофига тут. Может, как-то так поставить, сверху будет стрелять. Ух ты, энергетический парень. Урон хороший делает. Пушка вроде стреляет наша, та тоже. Ты в кого стреляешь, мужик? Расскажи мне. А я в кого стреляю? Можешь в него попасть хоть раз? Он стоит на месте. Сейчас пушку сломает. Уже ничего не сломает. Отлично. 1000 урона есть. А турельку сломали, сволочи. Что я могу сказать? Еще держите одну. Турели классная. Я люблю турели, люблю дроны. Это все вариативно и необычно. 80% надо дропаться. О, молодец, мужик, как слышит меня. Сзади кто-то подъехал, я сваливаю. Давайте здесь поставим теперь турельчику. Пацан кайфует. Да как не попал-то, а? Ёпрасоте. Сейчас меня убьют еще здесь. Да в упор не могу попасть. Отстань от меня, мужик, со своим дробаном. На тебя, сволочь, на двойное убийство. Давайте тройное. Там, это что такое за чувачок автоматически подъехал. Давайте здесь поставим. Да, вот так-то, не целись. В бой не за жизнь, а насмерть, блин. Ёпрасоте, разворачивайся. Да как не попал-то? Турельку хочу поставить. Двойного. Ой-ой-ой. А вот это уже больно, да? По турели не стреляй, мужик. Получай. Я один-один на один остался. Он уехать не может. Ты выбрал смерть, как говорится, да? Я сейчас еще одну поставлю. Турель, молодец, хороший бой. Сколько мы раз уже выиграли? 3 раза или сколько? Я не помню. Ну ладно, давайте доделаем квест, и я уже побегу по делам. Так, рвемся в бой. Смотрите, какой парень опасный. Со штырями, с этим, блин, со спектром на крыше. Еще и с малышом. Еще один мужик. Пацаны, вот это вот меня бесит, конечно. Физика тоже отвратительная в игре. Надо с ней что-то делать, потому что все машины как на мыле. Если кто-то за кого-то зацепится, уже не расцепишься. Это просто танцы на льду, ага. Он тоже цепляется. Давайте им поддадим, чтобы не расслаблялся. Краска классная тоже. Да, Россия протеряла, так сказать, 4 этих боевого пропуска. Много деталей у них не будет. Не знаю, это преимущество или нет.
Но я бы их все взял, да. Потому что я люблю эти штуки, всякие боевые. Ёпрасоты. Ой, ёпрасоты. Вот это вот и поиграли, да, как говорится. Крафт не крафт, а бывает такое, что прямо убивает сразу же. Лупи давай, мужик. Ну, прикольно, она быстро откатывается. Можно было бы еще несколько ставить, было бы вообще клево. С палкой со своей едет. Ставь давай. Получай в упор давай. Отлично. Я обязательно выживу. Нам главное победить. Условия такие. Не-н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 е. Получай. Фига, он больно кидается. Давайте здесь еще поставим. Отстань от меня, прям по кабине стреляет. Сволочь, в воздухе убил. Ну и ладно. Ладно, не будем ждать, давайте следующий. И опять эта же карта. Карт на самом деле не очень много. Но они довольно-таки пересеченные все. То есть это не просто коридор с двумя путями, как в картошке в какой-нибудь. Не, пути тут тоже есть, тоже коридоры, но, естественно, многоуровневые все. И классные, и точки в таких местах стоят. Мне нравится, короче, да. Клево. Давай, пацан. Опять на этом же месте, только с другой стороны. Самое главное, что могут поехать с одной стороны, с другой стороны. То есть ты здесь их ждешь, а они вообще совершенно в другом месте появляются. Это клево. То есть сценарий не запланированный боя. Это классно. Давай. О-о-о, 1300, отлично. Попадем еще? Блин, вот опять. Не попали, короче, ладно. Вот там еще и осики стоят какие-то. Колбосики. Вот не знаю, смысл есть спереди кабину ставить? Вроде бы как бы правильно, да? Канонично, можно так сказать. Ёпрасоте. Уезжай, 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 уезжай. На гору залез. Ты от кого? От меня спрятался на горе? Давай. Ну, не попал, бывает. Сведение надо подождать. Отлично, 1000 урона. Да, стреляешь в одного, летит в другого. Печаль. Так, ну вроде бы мы выигрываем. Я, правда, нифига не сделал. Вот этого хотя бы убью, может. Ну, не получается у меня попадать в этой... Ё-моё. Уезжай, уезжай, уезжай. Опять сейчас в этом же месте сдохнем, да? А, он, смотрите, он хитрый. Хитрый парень один остался. Давайте душить его. Чё, разрядит? Блин, вкус попал. Ну что это такое? Вперед, пацан, не мешай мне. Вот, я два раза тапнул мимо кнопки. Что получается? Она зацентровалась. Это бесит. Надо учиться, короче, учиться играть. Я еще пока не умею играть. Это бесит пипец. Да стыдно, ё-моё. На самом деле, не очень-то и стыдно. Ладно, давайте последний бой. Мне уже звонят, уже душат по работе. Душат. Итак, ребятки, погнали. Последний бой нужно обязательно победить. Потому что потому, как говорится, да? Чтобы хорошее было настроение в конце рабочего дня. И погнали, давайте. На горе стоят веселые парни. А что не попали? Хорошо же стояли. Он здоровый такой, пипец, да? На тебе, 1300, отлично. Дуэльки такие пошли. Артиллерийские. На тебе, по жопе. Ну, карты, кстати, не все. Потому что я помню карты прям с артиллерийскими дуэльками. Там мост какой-то был, раньше была карта. Было клево. Пацаны, смотрите, двое. Чё-то пацаны какие-то жесткие к нам попались. Ну-ка, давай, лови, мужик. Тыцк. Турелька вроде повышает урон по цели, если попадает. Не-не-не, развернись. Это что за зверь такой? Донатер какой-то, смотрите, донатер. А сейчас меня он убьет. Он все отстрелил мне, жесткий парень. Ну, пацаны меня спасли. Так себе бой на самом деле получился. Ну да ладненько, давайте завершать, подводить итоги и так далее. В общем, барабанная дробь, смотрите, сделать тройное убийство мне осталось из пулеметов. Как я и говорил, я его вряд ли сделаю. Хотя у нас там было уже какое-то тройное, и нам его даже засчитали. Ну ладно, если что, рекламу посмотрю, можно будет, хорошо. Что по крафту? Мне он нравится, он, конечно, неудобный пипец какой, но, блин, он родной, да, классный. Вы свои крафты предлагайте там, где я говорил. А пока на этом, наверное, все. Также можете, знаете, что еще сказать? Так, где это было-то? Я уже не помню. Да, вот оно, дерево с детальками. Вы можете выбрать любую деталь, которая вам нравится, которая вас интересует. Я попытаюсь его прокачать. Да, это будет не мгновенно. Да, я сейчас качаю мусорщиков, так что есть какие-то ограничения. Но, тем не менее, будет определенность какая-то. И уже будем знать, куда плыть, короче, как-то так, да. По факту я имею вот такие вот детальки. Если поставить фильтр, допустим, на оружие, то становится ясно, что я могу уже сейчас вам показать. Если вам что-то интересно из этого списка, то и отсюда можете выбрать. Почему бы и нет, да. А пока на этом все, ребятки. Всем еще раз спасибо за просмотр. Всем пока, играйте в крутые игры. Скоро продолжим. Пока-пока.